В наше время при избытке информации можно легко растеряться. В большом потоке сообщений сложно определить, что важно, что второстепенно. Православному монастырю есть что сказать современному миру. Монастырь — хранитель главных жизненных смыслов, которые проверены веками. Мы хотим делиться православным взглядом на мир, на предназначение человека. И в монастырях, которые находятся в большом городе, большие просветительские задачи. Мы находим для их решения новые возможности. У нас есть сам Христос, который говорит: «Я с вами буду до скончания века». Что, чего нам с вами не хватает? Весть о Христе вчера, и сегодня и во веки та же. Форма может быть разной. Та же самая цель. Поворачиваем до отката. Вот так я начиналась и чувствую, что маловато. Если я беру руками, то потихонечку, немножко надавливаю. Медленно, понимаю. Ой, ты грустишь, да? Ой, и я. Ой. Но слушай. Тут же, неподалеку, есть хранитель сказок и книг. Программы для детей, православная кухня, фильмы и беседы, трансляции богослужений, духовная музыка. Но прежде всего монастырский видеоканал — это люди. Мы нашествующие миряне. У каждого своя история. Каждый по-своему уникален. Максим, многодетный отец, растит 5 сыновей. Послушница Галина, по образованию биолог. Ксения, сестра милосердия, посещает детей в интернате. Володя – человек сложной судьбы, живет при монастыре. Все люди видеоканала объединены главным, в их сердце живет вера, и они с радостью делятся ей. Это им выпало говорить о Христе в 21 веке с помощью современных технологий. Мы верим, что с Божьей помощью понемногу меняем мир. Добавляя к лавине информации новый поток. Увеличиваем чьи-то шансы встретить в церкви новую жизнь, обрести надежду. Видеоканал — это люди, которые выбрали служение Богу, служение каждому из вас. Сегодня мы просим откликнуться каждого и поддержать монастырский видеоканал даже самым малым вкладом, чтобы мы могли и дальше продолжать начатое. Для этого в правом нижнем углу любого видео нашего канала вы можете нажать синюю кнопку и выбрать пассивный для вас вариант пожертвования. Даже самые небольшие пожертвования от каждого из вас помогут продолжить говорить о вечном в это непростое время.